Вот бы зарабатывать и не платить налоги. Признайтесь, мечтали о таком? Это реально-с, ИИС. Что за зверь такой ИИС? Индивидуальный инвестиционный счет – это счет, который вы открываете у брокера для покупки акций, облигаций и других ценных бумаг. На ИИС можно получить доход двумя способами. Первый способ – покупать инструменты, зарабатывать на их росте, дивидендах и купонах. Второй способ – получать налоговые льготы. Об этом и расскажем. Существует три типа ИИС. На ИИС типа А можно получать налоговый вычет на взносы. Государство возвращает вам 13% от суммы, которую вы внесли на ИИС. ИИС типа А подходит всем, кто платит 13% НДФЛ. Например, Алексей в 2023 году заплатил налоги на сумму 32 500 рублей. А еще он внес на ИИС 250 000 рублей. В 2024 году он получит вычет в размере 13% от внесенной суммы, то есть 32 500 рублей. Максимальная сумма, с которой ежегодно можно получать вычет – 400 000 рублей. То есть раз в год государство возвращает вам ваши налоги в размере до 52 000 рублей. На ИИС типа Б можно получать налоговый вычет на доход. Государство полностью освобождает доходы на ИИС от налога. ИИС типа Б подходит тем инвесторам, у которых нет уплаченного НДФЛ. Например, индивидуальные предприниматели на упрощенке, родители в декрете, люди с неофициальной занятостью, безработные, неработающие пенсионеры. А также те инвесторы и трейдеры, которые хотят освободиться от налога на прибыль. ИИС типа А или типа Б должен существовать минимум 3 года. Закрыть раньше 3 лет – значит потерять эти льготы. Если вы открыли ИИС до 2024 года, то вы можете получать вычет типа А или типа Б. Если вы открываете ИИС в 2024 году, то для вас государство подготовило новинку. Это ИИС третьего типа. ИИС 3 – это комбинация льгот ИИС типа А и ИИС типа Б. Инвестор может получать вычет на взнос суммы до 400 000 рублей. При закрытии ИИС инвестор освободится от уплаты НДФЛ на доходы со сделок. Минимальный срок существования ИИС будет больше. Если открыть ИИС 3 до 2026 года, то он должен существовать минимум 5 лет. В дальнейшем минимальный срок будет расти. Льготы, возврат налогов – все это звучит хорошо. А подвох есть? Почему же государство возвращает инвесторам уплаченные налоги? У государства есть свои выгоды. Растет количество инвесторов на российском рынке. От частных инвесторов в российскую экономику поступает больше денег. Население становится финансово грамотным. А выгода инвесторов – это увеличение прибыли от инвестиций. Всего три действия помогут вам заработать на ИИС почти 30% годовых. Внесите на ИИС любую сумму. Найдите в скринере на профинансы.ру или в приложении «Профинансы» облигации с доходностью от 16%. Купите эти облигации на ИИС. Готово! Ваша годовая доходность составит минимум 29% годовых. Используйте профинансы.ру и приложение «Профинансы» для поиска прибыльных инвестиций.